Всем привет! Снова выбрался на рыбалку. В этот раз немножко окуня погонять. О, блин, захватил. Сегодня я один, Артур работает. Я в отпуске. Погода сегодня прохладная, тучи. Обещали дождь, не знаю, пока не было. Так, ловим здесь также на соединении с речкой. Тут порт, заход. Минут 20-30 назад приехал. Два маленьких поймал, отпустил. Вот сейчас вот этот поболее. Ветер дует. Так, надо его снимать с крючка. Так что ловим сегодня окуня. Иду. Так, еще один окунь. Мусора много, блин. Откуда он только берется? Где это там? О, дергает. О. Так, как тебя вытащить? О, хороший. Хорошая куняра, блин. О. Сказал Артуру, бери отпуск. Поехали. Не будет клювать, сказал. Ну-ка. О, какой. Так, надо аккуратно вытащить. Так, мои щупчики. Так, ну-ка, где? Где ты там? Да, вот эта проблема у окуня. Еще раз рисанись. Артур, ловлю на твою резинку, которую ты мне дал. Она у меня одна единственная, уже три штуки поймал на нее. Так, еще что-то попало. Бремушка какое-то. А, малец. Они нормальные. Дождик капал. Чуть-чуть. Совсем немного. Блин, небо все затянуто. Если что, вон там домик есть. Пойду туда спрячусь. Так, они, короче, кончили артурскую резинку. Блин. Ловлю опять на зомби. Открывай, блин. Ну-ка. Не хочет рисоваться. Что-то рыбаков сегодня нету.
Или все в отпусках, блин. По отпускам разъездили. Блин, тут ноги уже болят на этих камнях, блядь, стоять, на этих булыжниках. Еще ни одного рыбака сегодня не видел. Время, наверное, 7-8 час. И никого нету. Что-то подозрительно. Да, в принципе, лучше. Нам больше рыбы достанется. Как они запарили. Каждые 10 минут. Один выплывает, два заплывает, блин. Сейчас он, блядь, будет 10 минут разворачиваться, чтобы жопой заехать. Тут вон кусты скосили. Травку покосили. Ну-ка идите отсюда, блядь. Блядь, сколько их тут-то нахрен? А мусора здесь, охереть. Тут косили, наверное, что-то разорвало, блин, куртка или что было. Амамора, блядь. Ё, твою мать. До этого еще темно было. В два раза больше, чем вот этот. Заходил сюда. Полчаса мучился, блин. О, халявщики, блядь, плавают. Там амора. Че это? Что-то там одни темные какие-то. Амамора. О, отсюда даже видно, где мель. Вон муть поднялась. Там он сзади, вон муть. Делать нечего людям, блин. Они, наверное, «Титаник» фильм не смотрели. Так, можно идти кидать. Будем дальше ловить. 10 минут ловишь, 10 минут пауза. Блин, на работе бы так. Чтобы шеф еще оплачивал. Кто-то себе стулку сделал. Тут особ, блин, задолбали. Так, и снова поклевка. Там еще один пришел рыбак. Так, что у нас здесь? Должен хороший окунь быть. И куда ты? Так. Блять, застряла. Застрял он где-то здесь за камнями. Точно. Вот, блин. Сюда, 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 сюда иди. О. Это артурский рекорд.
Да, так взял еще. Короче, Артур, я твой рекорд побил. Так, ну-ка, отцепляйся. Вот зараза. Не хочет. Хорошо взялся. Стоять. Ну-ка. Хороший. Зачет. Время 10 часов, блин. Что-то погода проясняется. Теплее стало. Даже жарко. Душно. Не жарко, душно. Еще немножко побуду. Да буду собираться. Так, там этот мужик мне дал вот такую рыбку. Говорит, на нее хорошо окунь берет. Ну, посмотрим. Я пока ловлю. Так, Артурский сдох. На зомби. Где мой зомби? Ну, блин. Зацепилась. И как? Вот такой зомби. Кайты. Заглотил-то, заглотил. Все, собрался домой. Время 12 час. Мелочь клюет. И все. Крупно ушел. Поеду домой. Вот кто-то сюда на велосипеде приехал. И пешком ушел. Еще на замок закрыли. Сосед мой тоже смылся. А он там снизу ловил. А что-то душно стало. Сегодня сколько у нас? 28. 28, 27, 28 передавали. Вернее, не у нас здесь, во Франции. У нас, конечно, поменьше в горах. У нас, наверное, 22, 25 где-то. Вот такая температура как раз для рыбалки. Так, ладно тогда. Рыбу наловил, как всегда. Отдохнул. На камнях помучился. Блин, ноги теперь болят. Еду домой отдыхать. Пивка попить. Рыбки пожарить свежие. Ладно. А всем тогда пока. До следующего раза.